суд признал неудовлетворительной работу главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Напомним, что ранее городской совет депутатов дал отрицательную оценку деятельности рубцовского городоначальника. Причиной стали массовые жалобы горожан на работу сферы ЖКХ и благоустройства. Все это привело к тому, что народные избранники посчитали работу администрации и, в частности, самого Фельдмана неэффективной. Глава, в свою очередь, пытался оспорить их решение в суде, посчитав его необоснованным. Однако суд принял сторону горсовета, не удовлетворив требования Фельдмана. Отметим, что в ближайшее время депутатам вновь предстоит оценить работу главы города уже за 2018 год. Еще один неуд может грозить Фельдману отставкой.